Всем добрый вечер, вы на канале Mariana from Greece. И сегодня я нахожусь в городе Хемниц. В данный момент я стою в центре города. Это городская ратушь. Здесь, как я поняла, подготавливаются к ярмарке. Будет ярмарка городская. Там напротив у нас торговый центр, тут ресторан, ресторан и кафе, все вместе. Видите, сколько людей. Вот это здание тоже торговый центр. И, конечно, вот это здание тоже торговый центр. Вот так, ребята, сегодня решила я... У меня были дела в этом городе. И вот решила немножко прогуляться и показать вам центр города. Здесь вот в этом месте каждая, если не ошибаюсь, каждую пятницу или в четверг тут бывает рынок. Тут продают овощи местные, овощи, фрукты. Вот трамвайчик. Да, огромный торговый центр. Хемниц, он очень интернациональный город, тут очень много разных наций. Вот видишь, Армен, для тебя вот булыжники тут, да? Но я постараюсь не дергать камеру. Хемниц намного большой город, чем Фрайберг. Весь это здание, тут торговый центр, тут все магазинчики, тут напротив то же самое. Трамвайная остановка, сейчас мне туда надо. Вот я там стояла и снимала. Тут в Хемнице много-много разных людей, разной нации. В нашем Фрайберге в городе не столько, сколько в Хемнице. Тут тоже все торговые центры тут, ребята. Сейчас нам нужен, надо посмотреть, какой номер нам нужен. Мне сейчас в данный момент надо поехать
железнодорожный вокзал, оттуда сяду на электричку и поеду прямо в Фрайберг. Вот такие у них тут все, ребята, я выключаю, но будет продолжение, так что ждите.